Сразу и в одном видео за несколько минут твоей жизни, пока ты пьешь чаек, я, Джонни Лейни, расскажу тебе все, что нужно знать прямо сейчас о грядущем ивенте «Солнцестояние героев» и обо всех событиях августа, фиксах, триумфах и всем вот этом вот. Устраивайся поудобнее. Солнцестояние героев – это ежегодный летний ивент, который пройдет с 30 июля до 27 августа. И да, он бесплатный для вообще всех игроков Destiny 2. Как и в прошлом году, главной целью ивента станет прокачка специального комплекта брони. С каждым улучшением броня будет выглядеть все более парадной и праздничной. И в конце концов, вы сможете еще и установить на нее специальные глоу-эффекты. Как работает механика ивента? В зависимости от выбранного вами подкласса, вы будете генерировать элементальные сферы света. Подбирая эти орбы, вы и будете прокачивать броню ивента. Также вы сможете получить элементальный баф. Например, полный заряд и получение солнечного бафа будет испускать некую волну энергии, поджигающую рядом находящихся противников. Полное накопление пустотного бафа позволит вам уйти в инвиз, когда вы присядете, подрубить ВХ, а также получить улучшенный откат всех способностей, гранат, рукопашки и ульты. Электрический баф увеличит скорость и урон от рукопашной атаки и атаки с помощью меча, да. Опережая опасения игроков, бафы не будут работать в состязательном плейлисте Горнила и в Гамбит Прайме. Аллилуйя! Что из активностей? Нас ждет новая локация – European Aerial Zone на Земле. Запускаться она будет прямо из Тауэра, прямо как бесконечный лес. Там нам предстоит сражаться с Кабал, Ульем или с Падшими. Нашей целью будет уничтожение такого количества мини-боссов, какое только будет возможным в отведенное время. Когда таймер истечет, появится финальный босс. Убив его, вам нужно будет отыскать спрятанный сундук, а точнее не один. Чем больше боссов вы убьете, тем больше сундуков получите. У активности будет автоподбор игроков, как и в бесконечном лесу на Хэллоуин. Рассчитана она также на троих игроков. Наградой за открытие сундуков будут специальные паки, наборы солнцестояния, которые можно открыть с помощью специальных фрагментов ключей. Фрагменты можно получить за прохождение любых активностей на протяжении ивента. Из паков получаете рарные и легендарные шмотки, пушки, абсолют ядра или ресурсы. После того, как вы прокачаете свою броню до полного набора третьего тира, вы будете получать лут с улучшенными перками. Если же вы прокачаете полные сеты брони на все классы персонажей, вы получите аж целый спэрроу. Скажи спасибо, недоволен что ли? Но если ты очень занятой и уставший после работы или учебы, или ленивый как я, то у меня для тебя решение от спонсоров этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, если надоело мучиться с PvP этапами квестов ради тех же сезонных пушек, триумфов, да даже если материалы фармить лень, тогда тебе на помощь работает сервис dwing.net. Это сайт, на котором помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов, и сделают это быстро и качественно на любой платформе. Заветные награды, триумфы, рейды, желанный экзот, да даже прокачка персонажей, все это доступно на сервисе dwing.net. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и денежки. Скидка-то 15%. Теперь назад к видео. Как прокачать броню? Это не быстрый, но довольно простой процесс. Понадобится много усидчивости и времени. Ну и хорошая компания, желательно. Подробно обо всех этапах видео говорить я не буду, это бессмысленно. Но если вам интересно внимательно в это вот все погрузиться, я оставлю в описании под видео ссылку на статью в нашей группе. Там подробно разобраны этапы, которые датамайнеры вытащили из файлов игры еще пару недель назад. Начинается все с посещения Евы Леванта, ну и погнали.
Кстати, вы наверняка уже выполнили все доступные задания на печати 2019, и вам осталось еще два скрытых триумфа до нового звания. Но что нужно выполнить? Итак, первым триумфом станет задание на получение одного полного легендарного сета брони солнцестояния на одного персонажа. Второй триумф – прокачать один любой фрагмент этого самого набора брони до абсолюта. Только ситхи все возводят в абсолют. Печать одна из простейших, так что, завершив скрытые триумфы, вы получите новый бейдж за минувший год. Как и всегда, ивенты сопровождаются завозом нового товара от Фенчерча. В лавке Тесс Эверис появится куча косметических украшений. Все предметы можно будет приобрести как за сильвер, так и за яркую пыль. Энграммы с этими предметами, кстати, падать не будут. Но каждый фрагмент будет доступен к покупке за пыль за время проведения ивента, так что донатить смысла нет никакого. Но только если вам всякое такое не втерпёшь получить. Свечение брони, Armor Glows, будут доступны для установки в ивентовый сет солнцестояния. Он придаст вашему луку еще более яркий и заметный вид. Это же то, чего вы хотите в PvP, например, да? Чтоб светился через всю карту. Цвет, которым будет светиться это украшение, будет изменяться в зависимости от того, какой подкласс вы выбрали. Armor Glow можно будет... Да, я не знаю, как он будет в русской версии называться. Armor Glow можно будет купить у ТС как за пыль, так и за денежки. А работать она будет и после ивента тоже. Вдруг вам так понравится, что захочется оставить. Ну и в общем-то вот и все, что можно сказать про солнцестояние героев сейчас. Может, мы еще поговорим об этом ивенте, но признаться честно, я не фанат этого мероприятия. В прошлом году я чуть ли не через силу заставлял себя ковать эти сеты, поскольку тогда они позволяли преодолеть кап уровня силы. Сейчас, ну не знаю, максимум на одного персонажа соберу, чтобы печать закрыть, но не более. Что еще нас ждет 30 июля, так это патч. Коротко я уже рассказывал о нем в ночном еженедельнике по статье от Bungie, но если вы вдруг пропустили эту инфу, дублирую суть. Понерфят лорд волков 1, увеличат дроп меча с паноптикума 2, за первое прохождение героического паноптикума он вам точно упадет, и упростят этап с гранатами в квесте Железного Знамени. Iron Banner. Тем, кто сыграл хоть один матч в Железном Знамени от 18 июня или 23 июля, получат охренительную эмблему Wolves Unleashed. А тем дедам, кто играл в Горниле в промежуток между 8 и 12 декабря 2017 года, да, дадут эмблему Prismatic Inferno, которая еще круче, по-моему, круче нее вообще. Пока что не делали. Проверить, играли ли вы в нужные активности в названный отрезок времени, проще всего вот на этом сайте. Заходите, находите нужный месяц, кликаете, и там вас прям будет перенаправлять на ДТР с точным временем и командой, куда вы ходили. Все подробно, все понятно, я вас верю. Заодно поплачьте, сколько времени своей молодой жизни вы убили на эту великолепную игру. Да ладно, не плачь, ну чё ты. Зато мы с тобой встретились. Каждое видео как первый раз слышимся, да? На этом все. Спасибо, что смотрел. Спасибо, что досмотрел, страж. Не забудь подписаться на мой канал, а то что-то вас так много смотрят без подписки. Не дело так. В самом деле, нам же рекорды новые бить еще, конкурсы всякие там проводить. Для этого подписочка нужна. Да. Так что жмякай саб, жмякай лайк. И увидимся в следующем видосе. До связи.